Всем привет. Скажите, вот кто-нибудь когда-нибудь видел у меня столько неначитых книг? Я, если честно, в шоке. Ну, у меня действительно столько не было никогда. Кто-то скажет, да ты, конечно, накупила целую кучу, а теперь жалуешься. Но они на самом деле у меня лежит это с октября. Ну и остальные чуть побольше. Решила их начать с нового года, с 2022. И начнем вместе с вами. Давайте сразу расскажу, что я хочу начать в первую очередь. Наверное, самое долгожданное, то, что я заказывала еще в сентябре, а пришло ко мне в декабре. Это Ханну Карлсон начнем. И самую тоже, которая давно лежит, это вот эти вот турецкие мандалы. Ну, довольно здесь они простые, конечно. Хотя тут, опять же, я не знаю, как их раскрашивать. В общем, остановимся пока на этих двух книгах, а дальше еще что-нибудь раскрасим. Вместе начнем. Так, в общем, покажу вам здесь иллюстрацию, которая мне больше всего нравится и которую я хочу раскрасить. Это вот это, хотя она, конечно, вообще не зимняя. Сейчас у нас зима. Даже как-то эту картинку можно было бы раскрасить более по-зимнему. Но мне хочется именно вот эту, потому что я книжку, можно сказать, заказала только из-за этой картинки. Что в мандалах раскрашивать, я вообще не знаю. Как сяду раскрашивать, так, короче, и, в общем, и решу. Ну и буду, естественно, подключаться, показывать вам процессы. Может, что-то поменяется. Ну, такое обычно у меня все-таки бывает. Все, еще до встречи. Ну, в общем, как я и хотела, буду начинать с этой картинки. Не знаю, пока что будет. Платье будет или зеленым, или синим. Змея какая-то такая фиолетово-оранжевая, наверное. Ну, остальное все стандартного цвета. Акварельку вот уже сбрызнула, палитру принесла. Буду, в общем, раскрашивать, покажусь, включусь. Так, ну вот что получилось. Такой подмалевочек акварелью. Ну, как всегда, без косяков не обошлось. Но пока нравится, в принципе, сейчас еще буду дорабатывать карандашами, будет видно, что получится. Так, вот у меня дальше работа продолжается. Подсолнухи. Раскрашиваю акварелью. Платье, наверное, тоже акварелью залью, потом буду дорабатывать. Еще пока не решила все-таки или зеленым, или синим. Начала вторую вот мандалу. Все здесь у меня простенько. Цветочки карандашами розовые, голубой. Это уже фломастер. Вот, собственно, этими материалами я раскрашиваю. Ну что, я начала эти две раскраски и готова уже поделиться с вами результатами. Ну, давайте начнем с Ханны Карлсон. Здесь у меня получилась вот такая картинка. Все-таки решила платье сделать ей синее. Вообще, я заметила, у меня очень мало синего цвета в работах. И карандаши практически все целые, все синие, все целые. В призмах так это вообще, мне кажется, там может, 2-3 я как-то задействовала, но и то больше голубого. Так, ну что показать по этой работе, я даже не знаю. Крылышки вот здесь вот так вот блестят. Здесь интерферент на их миллион. Такой, ну это просто блестки. Также вот этих блесток добавила по змейке. Также, ну все, что было акварелью, я, конечно, дорабатывала карандашами. Ну, где-то белой ручкой. Ну, и, в общем, мне работа нравится, как получилось. Может, я ее изначально как-то чуть-чуть по-другому видела. Но потом в процессе, в принципе, меня и это устроило. Это, ну, в этой книжке это вообще моя самая любимая работа. Мне кажется, я эту книжку только из-за нее взяла. Ну, еще вот, где котята там лежат, тоже мне нравится эта картинка. Которую так. Вот это тоже нравится. Может, ее следующий раскрашу. Так, ну и вторая это турецкая раскраска мандалы. Если вы какие-то шорохи слышите, это тут у меня сын рядом бродит и мешает мне. Так, вот, ну здесь все очень просто. Здесь у меня
Начала я вот эти цветочки, нет, вот эти вот розовенькие лепесточки раскрашивать карандашами калин. Но они вообще прям полетели. И деталь достаточно мелкие. Я решила переключиться на что-то другое. Вот это голубые тоже. А, нет. Голубые я уже раскрашивала фломастерами. Ну, в общем, я здесь раскрасила что-то фломастерами, доработала карандашами и сверху какие-то детальки блестящей гелевой ручкой. Ну, так все достаточно просто. У меня даже не было в голове какой-то определенной цветовой схемы. Вот, не знаю, просто быстренько села, раскрасила. Ну, в любом случае, это у меня будет как отдыхалочка. Там супер шедевров я здесь не буду, конечно, делать. В принципе, у меня в мандалах там и в прочем каких-то шедевров не получается. Я вот просто начала листать, по-моему, с конца. Вот эту картинку увидела и решила раскрасить ее. Я даже всю книжку, в общем-то, и не долистала. Сначала хотела что-то такое снежное, голубое раскрасить. Но почему-то захотелось эту. В общем, вот такое у меня начинание раскрасок. Именно этих буду, конечно, начинать остальные. У меня уже пополнение там уже есть и тоже ожидается в раскрасках, так что побыстрее нужно все начинать. Не люблю, когда они у меня долго лежат. Ну, вообще себя как-то даже некомфортно чувствую. Ну вот, в общем, все, начала и хорошо. Возможно, в Ханне Карлсон что-то еще раскрашу в этом месяце. Так как я, ну, люблю раскраски Ханны Карлсон, и в новых стараюсь как-то их побольше задействовать. Ну, вот и все, что хотела вам показать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и заглядывайте ко мне в Инстаграм. Всем пока!